Сокращение импорта запасных частей уже вызвало трудности с ремонтом автомобилей, а выход из строя системы наддува – проблема тем более серьезная. Мы побывали в гостях у компании «Ремонт Турбин-24», которая готова справиться с любой задачей, если у этой задачи есть турбонаддув. Мы достаточно солидная большая компания, ремонт турбин всех видов, начиная от легкового транспорта и заканчивая спецтехникой, то есть грузовой транспорт, трактора, комбайны и прочее, прочее. Комплектующие для техцентра поставляет китайский завод E&E Turbos, один из мировых лидеров в производстве трубокомпрессоров. Причем поставки стабильны и не зависят от международной обстановки. Мы общаемся, если не каждый день, то через день с китайской стороной, с заводом E&E. Много на сегодняшний день компаний, которые, скажем так, ощущают голод, да, то есть в поставках вот именно комплектующих. Завод, наоборот, они нам пошли навстречу, они нам увеличили поставки. Ремонт начинается с диагностики. Затем приговоренную турбину разбирают и чистят специальными составами и ультразвуком. После чего детали отправляются в ремонтный цех на замену компонентов. У завода E&E самая широкая линейка. Ни Джерон, ни Боргвагнер, ни Мелит, они на сегодняшний день не имеют такой ассортимент, как имеет завод E&E. Запас деталей хранится по соседству на складе. Ассортимент у нас порядка где-то около 35-40 тысяч наименований. От ремкомплектов и заканчивая там уже валами, колесами, картриджами, геометриями и прочее, прочее. Зачастую поломка турбины – это следствие другой проблемы с двигателем, которую нужно решить, иначе все повторится. Когда к нам клиент приезжает, и мы понимаем, что у него вышла турбина из строя, это уже, как говорится, следствие. Но у нас стоит задача найти причину. Там либо саживает катализатор, либо с топливной системой связано. То есть если там даже вот одна форсунка переливает, либо не доливает, то есть уже отражается на работе самой турбины, и турбина будет работать некорректно. Именно поэтому ремонт турбин 24 развивает другие направления. Запущен цех по диагностике и ремонту топливных форсунок. Клиенту важно получить услугу, скажем так, в одном месте. То есть у нас очень много сейчас сервисов в Москве, да, то есть кто-то просто ремонтирует турбину, кто-то просто снимает эти турбины, а здесь все в одном месте.